Доброе утро. Есть, зарыли. Зарыла. Умничка. Это, скорее всего, та, что сняла. Ой, снесла позавчера. Вот так. Как бы получается, что две гусынки несется. Пока. Ну, это хорошо. И хорошо хоть то, что хоть две занеслось. Можно сказать, в один день. Да? Вот так. Сегодня поросятам 30 дней. Я хочу взвесить их. И мне там в комментариях написали, я вам говорил, не знаю, как их посадить в ящик. И кто-то написал, спасибо большое, сразу типа кормить их на весах. Сейчас попробую. Так, я сейчас раздавлю гусиным яйцом перепелиные, да? Наверное, так и будет. Вот это снесла позавчера. Вот такое же яйцо. Примерно по весу такое же, грамм 200. Ладно, пусть пока здесь висит. Висит, лежит-то. Короче, их можно... Странно, что я их сюда тулю. Можно сделать вот так. Туда, где лежат утиные, да? Вот такие молодцы. Смотрите, вчера мышку выкинул одну, сегодня две. Малышня, вот детвора попадается. Вот так. Так. Весы взять. Лепешки. Доброе утро. Не допила, ну хоть поела. Сейчас буду убирать у вас. О, это не доела. Вот так. Вчера весы разрядились. Вставай, девчонь. Я их поставил на зарядку. Сейчас попробуем сделать так, как вы говорите. Но чтобы получилось, нужно одного обормота выгнать, а второго не выгонять. Чтобы они вдвоем не лезли на весы. Вот так включаю. Сейчас. Все. Ярко. Или наоборот, там в загоне, да? Там ровно. Давайте сделаем там. Давай, кто выходит, а кто не выходит? Кто остается? Кто будет взвешиваться первый? Кыш, давай. Сюда. Кто-нибудь один вышел. Оп. Во. Давай. Вот так. Сейчас, сюда, иди сюда, это кабасик. Ай, ты свинюшечка. Свинюшечка. Давай. Вот. Вот, на. Залазь. Двумя ножками, залазь. О, смотрите. Стоит. 3800. Ставь ножки. 3800, сейчас потяжелее сразу. Молодец. Ножку подними. Все четыре. О, да, 3800. Поправляется с каждой секундой, становится тяжелее, да? Короче, молодец. На, пей дальше. Пей. А потом покормим второго. И его точно так же взвесим. Вот прям отличнейший совет. Спасибо за него. Мне понравилось. Все. Тебе хватит. Половину сожрала. Сейчас, секунду, мне жарко. Давай, ты выходишь, а хлопец заходит. Давай, сюда, меняемся местами. Оп, гля, какие послушные. Послушные. Давай, сюда иди. Залазь. Нет, обойди. Обойди весы вот сюда. А теперь залазь. Залазь. Оп. Та вы ж мои послушные. Оп. Такой же. Так, я не должен... Короче, вес примерно такой же. Мне... Давай, допивай. Ну вот, выпил 100 грамм и сразу стал 4-килограммовый. Короче, вес хороший. Сегодня поросятам 30 дней. Нормальный вес вьетнамских поросят.
в месяц от 2,5 кг до 5. То есть не могу сказать, что они супер крупняки. Да? Стой. Во, 4 килограмма. 4 стоит ровненько, какой воспитанный, хоть на выставке води, да? Во! В ней 3800, в нем было 3900. Как бы он грамульчику, было видно, что он грамульчику крупнее от нее, он лучше кушает. Но что я вам могу сказать, вес крутой. Вес сожрали. Сожрали или выдавили. Короче, скорлупа вот так прям в бублик. Целая. Разбитая. Это нехорошо. И так мало несут с этими хлопцами. О боже! Ой-ой-ой-ой-ой. А ты куда вышла? А ну быстро назад, сейчас тебя сожрет. Куда пошла? Быстро домой. Чужая вышла, мамка. Мамка чужая вышла. Чужая по весу сходил, не закрыл. Ух, не сожрала. Вышла. Теперь не развернется. Овсяночка, ты не развернешься. Давай, иди туда сначала. Иди сначала туда. Во. А теперь разворачивайся. Кыш. Не. Давай назад, девочка, назад. Назад. Во. Иди назад. Ага. Сбежала. Ну и сегодня же хочу начать пускать крольчих к жениху. Как бы уже пришло время. Я еще не ходил по поводу того, чтобы малышню забрали. Но пустить к жениху можно. Оп. Вот эту красопетку первую. Потом белую. Оп. Так, дверь закрываем. В прошлый раз это детки ее, которых она решила завести себе сама. Сейчас мы ей поможем. Оп! Все. Ждем. Кабанчик, хочу сказать. Кролл у нас с карантина снятый. Не всегда крольчихи сразу как бы подпускают крола. Много кто пишет, что типа ему там неудобно. Если крольчиха в охоте, очень ему даже все там удобно. Быстро и качественно покрывает крольчих. Но не всегда крольчихи согласны с первого раза. Да. Ладно, давай тебя замуж отправим завтра. Давай, сегодня пойдет белая. Это тоже так можно. Оп, иди назад. Давайте беленькую отправим замуж. Может, это хочет. Иди. Давай. Давай, оп. Оп, все. Банка пустая. А ну попробуем белую. С какой начнет, с такой начнет. Разницы не вижу. Вообще-то, наверное, я его отнесу уже. Сейчас покроет всех четверых крольчих. Вот еще здесь покроет. И я его отнесу в клетку на тот двор. Уже тепло, и крольчих я больше покрывать не планирую. Вот эти четыре, ну как бы, вот это последнее будет покрытие. У кого третье, у кого второе. И потом аж до августа месяца, чтобы на сентябрь. Ну или конец июля, чтобы на конец августа. В конце августа уже нет такой жары. Должно быть нормально. Вот так. А сейчас он как бы и сейчас мог бы жить на том дворе. Но, понимаете, носить туда-сюда крольчих к нему не сильно хочется. А тут он рядом под боком раз-два кинул и справился. Да? Нет, и это пока не хочет. Угу. Ага. Короче, забираю и эту чуточку погодя. Короче, он их к ним мальчику поприставал. И чуточку погодя
я его пущу, то есть их пущу, еще попробую, а потом под вечер я вам обязательно все отчитаюсь. Вот так, не хочет. Все, сейчас пошли откроем. Кур пусть идут гулять, уже 10 часов, 11. Вот, смотрите, ребят, опять я застал этот момент, это хорошо. То есть, как бы, все, гусь мой хороший, я всему доволен, гусеньки несутся. Я яйца, вот даже первые, никуда не буду девать, я их или закладу в инкубатор, или, может, сядет какая-нибудь курица. Как бы, это сегодня третий день, яйца гусиные можно собирать 10 дней спокойно. И вообще, когда они хорошо несутся, каждую неделю куда-то закладывал, ну, или в инкубатор, или кому-то подкладывал. Но гусиные яйца можно подольше собирать. Ну и сейчас с Ванюшкой опять будем убирать в саду. Не знаю, получится ли грести сегодня, потому что у нас шел дождь. А вот ветки после обрезки деревьев очень даже легко можно пособирать. Чем мы, наверное, сейчас с Ванюшкой и займемся. Курочки, водички надо. Сейчас налью. Сейчас налью. Вчера нету воды вообще. Вчера нашел два яйца вот здесь, прям снизу. Наверное, нужно вернуть гнездо. Вот это вчерашние яйца не забирал. А это вот уже сегодня, да? Ранние, молодцы. Поутру. А у тебя что-то есть? Покажи. Покажи. Или просто пока. Нету еще. Еще нету. И вчера вот такое вот маленькое яйцо, вот это вот, мне кажется, самое маленькое. Я подумал, что может какая-то молодая курочка занеслась. Но так, если на них посмотреть, вроде пока еще нет. Выглядят так, что вот-вот прям начнут, но пока нет. Ну вот. Красивая ж уже курочка, да? И вон красивая уже такая большая курочка. Типа, должны начать нестись. Ну, пока подождем. Вот так. Зайцы. И у вас воды нету. Сейчас поналиваю. Еще тоже им даю. Вот это продают корм для собак. Тут написано. А где? Нету, короче, бумажечка была. Написано корм для собак. Ну, я имею в виду плющенное зерно. Может, кашу варить собакам. Очень хорошо подходит кроликам. Стоит недорого. Ну и кролики его очень любят. Все. Красавчики. Нужно выловить крольчих. Наверное, сегодня перепроверю. Уже 15 число, кроликам 2,5 месяца. Я 100% уверен, что кролы еще не рабочие. То есть это... Да, я сейчас это... При вас посмотрю и сам офигею, да? 100% уверен, сейчас будет это. Уже половой орган видно, да? Секундочку. Так, кого ловим? Любого? Любого. Сейчас раз и крольчиха, да? Ты кто? Нет, еще нету полового органа. Вот так, как и раньше у них было. Вот, ну, такая выдвинутая, как вулкан, прям похоже. Вот, ну, еще не сформирован половой орган. Они еще не рабочие. То есть 100%, что крольчихи не погуляют от таких кролов. Ну, нету еще ничего. Нет, не готовы. Кролики не готовы. 2,5 месяца, маленькие еще. В них около 2 килограмм примерно. Мелкие еще. Так что не переживайте, крольчихи не покрыты. Да? Ребятушки. Мелкие. В общем, буду кормить, управляться. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня.
И всем пока-пока.